Викторович Ищенко и члена жюри Стерского Виталия Эдуардовича. Виталий Эдуардович, раз, несколько слов, впечатлений. Хотелось бы сказать, что здесь все собрались победителями. Я хочу сказать огромное спасибо каждому участнику, который сегодня показал тот или иной номер, будь это вокал, хореография. Если ребенок вышел на сцену, он уже добился высот. Если он еще заслужил наших с вами аплодисментов, то он уже покорил каждого из нас в нашем сердце. Но так приходится, что приходится еще и выбирать. Кто хуже, кто лучше. Это сделать действительно очень тяжело, при том, что есть преимущество у каждого свое. Я хочу сказать, что если пробежаться, да, непосредственно по конкурсам, да, я хочу сказать, что недооценить никого нельзя, да, вот чтецы, даже когда зашел молодой человек и говорит, там, чья машина, да, у нас девочка, если я считалась, циркул, да, вот, она даже не посмотрела на него, что, ну, еще что там, кто-то ей помешал, да. Или, знаете, мне немножко не понравилась та культура, когда девочка у нас под номером один выступала, а вот мы как-то с вами вот ходили, передвигались, но опять же хочу сказать, ей не помешало, она была все равно в своем номере. Молодцы, конечно же, артисты, да? Вот, меня очень затронули краски. Они прям были настолько красочные, что они вот нашу сцену просто украшали прям вот своими красками. Мне очень это было приятно и всем нам. Вот. Конечно, есть отличившиеся. Не хочется прямо сейчас рассказывать обо всех, да? Мы сейчас подведем итоги. Но хочу сказать, что каждый молодец, кто здесь участвовал, каждый действительно показал ту изюминку, которая в нем есть. Это, конечно же, заслуга как родителей, и, конечно же, заслуга и преподавателей. Вот. Но у меня все, Олег Иванович. Итак, давайте аплодисменты себе. Спасибо большое, молодцы. По себе я скажу только одно, я как домой вернулся. Спасибо вам всем большое. Итак, начинаем. Диплом первого отборочного этапа областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов». За участие награждается Гайнулина Юлия. Аплодисменты. Диплом первого отборочного этапа областного народного творчества народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» награждается за участие танцевальный коллектив «Радость». Дипломом за участие в номинации «Оригинальный шарм» награждается цирковая студия «Жемчужина», старшая группа «Берегите детей». Очень хорошее направление, и вот огромная просьба руководителя не останавливаться в этом направлении. Кстати, «Жемчужина» где у нас? Там передадут. Итак, диплом первого отборочного этапа областного народного творчества награждается за участие в номинации «Вокал» Елизавета Кустова. Диплом первого отборочного этапа областного народного творчества народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» награждается номинация «Хореография» семейное гармоническое трио «Посвящение мамам». Аплодисменты. Можно вопрос? Жюри сидели и говорили, это правда мама этих прекрасных девочек? Спасибо огромное. Нам аплодисменты. Дипломом награждается в номинации «Хореография» за участие танцевальный коллектив «Ритм», старшая группа «Пробуждение».
дипломом за участие в номинации «Оригинальный жанр» цирковая студия «Жемчужина», младшая группа «Карусель». Дипломом «Марафон талантов» награждается за участие в номинации «Вокал соло» Яна Арзамасова. Диплом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» за участие в номинации «Хореография» танцевальный коллектив «Ранетки». Ранетки. Дипломом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» за участие в номинации «Хореография» награждается танцевальный коллектив детского сада номер 5 руководителя Малыкова. Дипломом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» награждается за участие в номинации «Хореография» танцевальный коллектив «Ритм. Мы танцуем джаз». За участие в номинации «Хореография» танцевальный коллектив «Непоседы». Дипломом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» награждается за участие в номинации «Художественное слово» Карамаева Лейла. Веселый конь. Ни шум, ни хождение. Аплодисменты. Диплом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» награждается в номинации «Художественное слово» за участие детский сад номер 5 Софья Осипова. Дипломом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» номинацию «Художественное слово» награждается «Лостная Ева». Ева, вы затронули сердца всех жюри. Диплом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» награждается номинацию «Художественное слово» Жумаева Ситора. Дипломом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» награждается танцевальный коллектив «Ритм. Мир без войны». Дипломом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» награждается Заварухин Михаил, номинация «Художественное слово». Пять. 36,5. Итак, переходим к лучшим по номинациям. Номинация «Художественное слово», лучшие признанные два номера. Итак, номинация «Художественное слово», дипломом народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» награждается Поцеловская Софья и Лукьянов Максим. Погода была прекрасна. Погода была прекрасна. И Софья. И Афанасьева Мария. Художественное слово. Цирк. А этой молодой барышне ничто не помешало. Даже машина чья-то, да? Свои номинации они, по нашему общему признанию, заняли второе место во всем этом конкурсе. Вокальный ансамбль русской песни «Млада» руководитель Анна Файдулина.
номером номинации «Хореография». Танцевальный коллектив «Вдохновение», руководитель Ольга Ткачук. Мы надеемся, что это будет лучшее города Троицка. Мы очень за вас будем болеть, девочки. Ну, браво! Вы обязаны это сделать, быть лучшими. Аплодисменты!